На клетчатой бумаге нарисован прямоугольник размером 5 на 7. Нарисован прямоугольник размером 5 на 7. И в нем проведена диагональ. Вот давайте, вот это вот будет 7 на 9. Да? И проведена какая-то такая диагональ. Ну понятно, через углы она не проходит, потому что 7 и 9. Вот. Ну и давайте рядышком я нарисую 5 на 7. Тот редкий случай, когда нам действительно нужна линия, настоящая по линейке. И просьба, значит, отметить, сколько клеточек будет пересечено. 11 на этой картинке или на той? Так, когда 5 на 7, то получается 11. М плюс М минус 1. Ага. То есть вы думаете, что 11 это 5 плюс 7 минус 1, да? А здесь сколько будет? А здесь 15. Замечательно. А почему? Потому что когда проходит наша прямая, да, она должна пройти m столбцов, да, n строчек. Но одна клетка получается покрашена два раза. Да. Поэтому мы ее учитаем. Отсюда формула m плюс n минус 1. Вот, смысл такой. У нас есть вот эти вот точечки. Да? Да. Давайте, когда вы пересекаете горизонталь, будем писать букву G. Когда пересекаете вертикаль, будем писать букву B. Тогда скажите, пожалуйста, сколько у нас горизонталей? Очевидно, 6 штук, правильно? А сколько вертикалей? Сколько вертикалей? 8 штук. Отлично. Значит, надо сложить 8 и 6. И это столько будет вот этих точек. Но это переходы из клетки в клетку. Значит, самих на самом деле на единицу больше. Действительно 15. А в общем случае, если у нас размер m на n, то надо взять m минус 1, прибавить к этому n минус 1 и еще прибавить единицу. То есть получается ответ m плюс n минус 1. Отлично. Все понимают, что на самом деле эта формула неверна, если у чисел общий делитель. Вот, например, если у вас не 7 на 9, а если у вас картинка размером 2 на 4, тогда формула будет неверна. Почему? А потому что вот здесь вот, посмотрите, сколько пересечет клетки. Пересечет 4 клетки. Казалось бы, по нашей формуле должно быть 2 плюс 4 минус 1, 5. А пересекло 4. Почему? А потому что вот здесь вот прошла линия через узел клетки. Значит, когда числа имеют общий делитель, то вся картинка делится на несколько блоков, и в каждом блоке отдельно ее решаем для взаимно простых чисел.